Друзья, всем привет! С вами Марина, и сегодня мы шьем блок под названием тюльпан. Для этого нам необходимы следующие материалы. Вся ткань хлопок. Квадрат ярко-розовый. Вы можете брать цвета, кстати, такие, какие вы хотите. Можете с узорами брать ткань, какая вам нравится. У меня ярко-розовый квадрат. У него стороны 14,5 на 14,5. Один такой квадрат, один белый квадрат и один квадрат другого цвета. Ну, оттенка, как розовый. Вот у меня вот такой еще розовый. Все вот эти три квадрата, они все с размерами 14,5 на 14,5. Для начала мы берем, накладываем белый на розовый. Проводим линию и с обеих сторон от линии прошиваем на швейной машинке. Обычной строчкой с одной стороны прошили и с другой стороны от линии. Так. Вот, видите? И теперь по вот этой линии, которую начертили, разрезаем. Разрезали, идем на утюг, должны отутюжить. Либо вот так вот пальчиками для начала расправили. Теперь что мы делаем? Вот это у нас будет центр цветка. Выкладываем. Так, так. Вот, что у нас получается. Далее, один квадрат со сторонами 7,5 на 7,5 желтого цвета. Это будет квадрат для серединки. Кроме этого квадрата с такими же размерами нам нужны белые квадраты. У них точно такой же размер. Их нам надо будет. Так, 3 и 4. 7 штук. Кроме этого, 2 зеленые ленты. Темно-зеленые у меня. Одна лента, у нее длина 33 сантиметра на 7,5. А вторая лента, длина 28 сантиметров на 7,5. Так. Мы берем один белый квадратик и этот желтый квадратик и сшиваем между собой. Два белых квадрата берем и маленький квадратик ярко-желтый, маленький 5,5 на 5,5 сантиметров. Мы его вот так складываем наискосок, видите? Берем один белый квадрат. И здесь прошиваем, здесь и здесь. Вот что у нас получилось. Видите, как бы кармашек такой. Теперь что мы делаем? Мы берем из серединки маленько вот так отгибаем. Маленько отгибаем. И прошиваем по контуру здесь вот на машинке. Прошили. Теперь берем белый наш квадратик. Ниточки обрезали. Накладываем и прошиваем здесь. Вот что у нас получилось. Вот, девчонки, такая деталька. Теперь мы эту детальку сшиваем вот с этой деталькой. Вот так, наискосок желтые, чтобы были. Вот. Теперь займемся листиками. Вот этими зелеными лентами. То, что побольше. Вот видите, у меня даже нитки везде, они везде. Берем один белый квадратик. Мы знаем, да, что у него стороны 7,5 на 7,5. Складываем наискосок. Складываем. Прикладываем в самый уголок нашей ленты верхней. Пальчиками так продавили. И прошиваем здесь и здесь. По краю вшит. И по тому же принципу, как и желтый. Отгибаем вот так вот. Так, сейчас я возьму. Отогнули. По-хорошему, конечно, можно на утюг сходить. Отгладить сначала, потом вот так вот отогнули и прогладили, чтобы зафиксировать. И прошиваем по контуру. Берем второй квадратик. Все делаем то же самое, что и в первый раз. С первым квадратиком. Сложили.
накладываем в уголок и по этим деталям прошиваем. Вот что получилось. Большая деталька. И точно такие же манипуляции делаем со второй деталью зеленой. Точно все то же самое. Так, друзья, и теперь смотрим, собираем нашу деталь, наш блок, да? Что мы укладываем? Розовый сначала, яркий. Это как бы у нас центр цветка, лепестки от него, серединка, так. И наши. Теперь мы что делаем? Сшиваем сначала этот квадрат и эти два квадрата. Теперь верхнюю полоску с нижней полоской стыкуем вот эти вот наши срезы. Вот что у нас получается. Репуск на эту сторону. Ну, ребятки, нитки, конечно, караул, сколько ниток у нас. Так, закончили пришивать, что мы видим? Вот такая картинка. У нас хорошо его как стыковать еще с несколькими цветами вот этот блок.